Катрис, Татьянис и Олис. Кстати, это вот это... А, нет, нет. Это Галицина. Мы уже почти приехали. Да-да-да. А, Катрис Мат. Офигенный канал. Мат считается? Мат. Типа матирующий. Матюки. Нет. Пойдете в московский зоопарк, когда потеплеет? Конечно, обязательно. Я очень люблю зоопарки, очень люблю животных мне в целом. Мне жалко зоопарков животных. Реально? Ну да, там некоторые животные живут. Я вот, кстати, живут. Раньше очень любила, когда маленькая была, цирк. Но сейчас, когда я выросла, я поняла, что я не могу туда даже переступить ногой. Мне прям жалко. Я тем более видела, сколько, как их мучают в цирках животных. Мне стало очень жалко, честно. Я поэтому не могу больше в цирк ходить. Леша, покажи. Сейчас покажу. Сейчас, я пока вопрос другой выбрал. Ну покажи. Вот Леша, вот Леша. А там вот, кстати, вопрос почему-то не открывается, но спросили, когда будем ли делать новоселье. Муж, когда мы будем делать новоселье? Посмотрим, ну, короче, я хочу на этих выходных делать новоселье, как раз всех собрать, а Леша вот что-то думает. Уже месяц прошел, как мы живем в квартире, новоселья до сих пор не было. Уже все в гостях побывали. Здесь Новый Род. Вот это? Да, мы едем. Смотрите. Мы уже приехали почти, по идее. Большие Вязьмы. Вот такой вот поворотик к приюту. Нет, мы едем не за щенком, мы едем помогать приюту. Купили корм. Все, что нам сказали, купили. Это главное, здесь. Главное, что мы туда приехали. Подожди, а что, показывать сюда? А, да, правильно едем. Она мне так и объясняла дорогу. Кирпичные здания разные. Вот мы едем. С Африкой редко встречаетесь. Ну, я писала. Что-то, не знаю. Я звала. Мы что, застряли? В снегу? Хорошо, делишки, хорошо. Так, тут люди идут. В общем, мы уже подъезжаем. Ребята, мы через минуту будем у собачек. В сторис постараюсь вам рассказать их историю. Я думаю, вам интересно, потому что мне действительно хочется донести до своих подписчиков, до своей аудитории, что помогать животным это очень нужно, правда, потому что... Вот раньше, например, да, у меня не было возможности ездить. Вот так вот спокойно встали, поехали. Мы приехали. Сейчас у нас есть возможность ездить и помогать не только на расстоянии. Все, приехали. Все, мы приехали. Наблюдайте, смотрите все в сторис.